из всех самых известных снимков, хранящихся в национальных архивах, самым популярным остается вот этот. Помнишь, мы обсуждали возможность найти союзника для Никсона за пределами Белого дома? Хочу отдать письмо президенту. Ни за что не угадаешь, кто только что сюда явился и требует встречи с ним. Это Элвис. Элвис Пресли. Ты сейчас не шутишь? А пишет, как курица лапы. Спасибо. Большое спасибо. Основано на реальных событиях. Значит, мне стоит с ним встретиться. Да, господин президент. А как же дневной сон? Элвиса любят все. Позвони мне. Он поможет нам получить голоса молодежи. А еще он хочет жетон. Чего? Я хочу стать федеральным агентом и работать под прикрытием. Я снялся в 31 фильме, а значит, я эксперт по костюмам и маскировке. Проникну в штаб коммунистов и всех их арестую. Так и сделаем. Рок-н-ролльщик под прикрытием? Что за бред? Оружие у меня все свое. Смотрите весной. Ладно, что нам о нем известно? Ну, он один из самых знаменитых людей планеты. Любит оружие, ненавидит Битлз. Битлз. У меня одних чесотка. Итак, сэр, у вас есть при себе огнестрельное или какое-либо другое оружие? Хорошо, что этого малыша в ботинке не заметили. Мистер Пресли, я прошу вас следовать протоколу. Господин президент, к вам Элвис Пресли. На столике стоит блюдце с M&M's. Они только для президента. Обожаю M&M's. Я тоже. Там же стоит закрытая бутылка Dr. Pepper. А открывалка есть? Не открывайте ее, не пейте из нее, она только для президента. Да что здесь такое творится? Не знаю, сэр. Известный снимок. Обязательно снимите нас вместе с мистером Пресли. Неизвестная история. Мы с вами начинали с самых низов.